Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил ход ремонтных работ патологоанатомического отделения Щелковской областной больницы. Здание было построено еще в конце 50-х годов прошлого века. За это время капитального ремонта здесь не проводилось. Сегодня выполнено порядка 80% работ, полностью обновлены инженерные сети, ведется замена напольного покрытия, облицовка стен. Завершить капитальный ремонт планируется уже в декабре этого года. Также Владимир Шапкин отметил, что сегодня из 22 объектов здравоохранения в округе в ремонте нуждается порядка 12 строений. Сейчас готовится объектный план в программе капитального ремонта областной. И хотелось бы, чтобы вот из 12 оставшихся, какие объекты очень важные на взгляд руководства нашей больницы, вошли в программу следующего года.